Привет. Привет, привет. Здравствуйте, привет. 113 кило. Можешь сходить. Это много. Я недоволен. За время, которое я провела дома, всего лишь 2 килограмма. Слава Богу. Сегодня пила компот просто и кофе. 2 недели, 95. Бежать, идти, зал, стадион, речка, куда хочешь. Привет. Понимаешь? Я уже цифру поставил, 295 килограмм через 2 недели. Это 18 килограмм скинул за 2 недели. Это по 9 килограммов больше 2 недели скинул. Но я не говорю нет. Останавливаться нельзя. Договорились? На финале я хочу весить 70 килограмм. Это будет очень непросто. Это будет вызов самой себе. Блять, вот вы что достались? Газировку нельзя, кофе нельзя. Если я раз в неделю выпила, это не значит, что все, пиздец, я опять превратилась в те 100 килограмм, которые я весила во время беременности. 10 до 10. Зачем ты челку по сторонам играешь? Потому что на улице сильно жарко, и лоб потеет, и у меня выскакивают прыщи. Больше постов, хорошо. И сейчас не 100, нет. Да, нам платили за то, что мы снимались в Б-16. Поэтому поправилась. Много кушаешь, поэтому поправилась. Нет, я немного кушаю, я ем раз в день. Сколько платили, если не секрет? Тебе так даже больше идет с такой прической. Спасибо, сколько платили, неважно. Кофе можно просто без сахара. Ребят, я сахар с своего рациона питания вообще убрала. Мало, расскажи про свой макияж. Что вам рассказать про него? Нет, или да. Не знаю, что-то пою идет. Привет. Как у муж? Отлично. Стой. Так. Да, собираемся делать ремонт. По времени я крашусь часа полтора, наверное. Причины разъезда невестки и свекрови стали терки в плоскости благотворительности и любви к животным. Это что? Алена, это кот. Он голодный и... Да, сейчас началась моя свекровь постер. Ну, как бы можно есть сколько угодно, интуитивно. С мужем не раз... Мы давно расписали. Ты скрин сделала мои записи, да. Ты знаешь Эдварда Билла? Нет. И тогда все будет хорошо у тебя. И сделать дефицит. Ребята, сегодня не иду бегать. А озвучка, ребят, это не мой голос даже. Там есть немножко, где я картавлю. Ребят, я никогда в жизни не картавила. Это раз. Вот. И голос не мой, это два. Потому что у меня защитное стекло отходит, и, скорее всего, оно запылилось там, я не знаю. С ребенком сегодня у нас дедушка и муж. Просто мне 1,65 м. Все, теперь сдаст. Привет. Привет. Лёшка с мужем, да. Ребят, он у меня... вчера я ему разрезала путы, а сегодня он мне сделал сам 4 шага. Я просто расплакалась, просто. Вот только для того, чтобы мне насолить, она сейчас тратит последние деньги, последние копейки себе на наряды. А
Привет, привет. Ты вынуждена была выйти на работу? Нет, я работаю от того, что мне просто скучно дома и хочу свой личный заработок. Аня, что будет? Посадят ее. Зачем повторила за Лизу? За какой Лизы? Что? Я хотела вообще давно написать этот пост, потому что я хочу людям высказать свое мнение об участницах. И тем более, я еще раз говорю, что я ни за кем не повторяю, ни за Али, ни за Лизы. Мне как бы их странички в Инстаграме не интересны, ребят. Я не захочу. Моя свекровь монстр. Так, вижу, брови стала по-другому рисовать. Да, сегодня они у меня ужасно получились, потому что я с 6 утра на ногах. Привет, Кристина Данилова, сегодня не гуляла, сори. Окей. Штраф ей наложит, она среди знакомых рассказала. Тебя Аля обсирала внутри, да и срать с ней. Похер мне на эту шлюху меркантильную. Что за Аня? Что-то пропустила. Ебать, вы что доебались до моих слов? А что, нахуй выкинуть с этого эфира? Заебли, блядь. Да, я думала имя Дима, вот, но так лучше. Блин, так интересно, как ты вот немножко работаешь. Куришь, потом курил, еще я говорила, что курила время беременности. Не стыдно перед ним? Нет, правильно. Передай привет Соне, пожалуйста. Передаю привет Соне. Так. Отличные брови, не говори глупости. Привет. Как сыночек? Все хорошо у нас. Она рассказала, сколько заплатили. Ну и что теперь? Да пошла ты нахуй, если честно, то нихуя не пропадет. Чего, блядь? Ну иди соси, шмарина вонючая, блядь. Съебалась быстро. Что так материшься? Потому что бесит уже. Тебе, может, не запрещают курить? А, не запрещал? Да, запрещал. Ты милашечка же, спасибо. Почему ты поссорилась с мамой? Потому что я не хочу с ней общаться. Не ругайся. А ты чего злая ты такая? Что случилось? Скажи Али это в лицо, а не за спиной, пизди. Да ебать, пусть эфир смотрит. Здравствуйте, а ты в каком выпуске снималась? Во втором. Салам, Крис, приветики. Будешь покупки выкладывать? О, сегодня, да, выложу. Я купила себе шортики и духи. Блин, да не знаю, как-то не особо не хочу пирсинг носить. Классный брось, спасибо. Что снова с Али за фигня? Ха-ха-ха. Она не злая. Это привет, деревня. Шортики, ха-ха-ха. Ну иди нахуй, значит. Говно у тебя в унитазе, и ты говно, которое ты смываешь. Да не завидую Али. Ребят, мне нечему завидовать Али. Реально нечем. У нее своя жизнь, у меня своя. Нет, никогда бы 16 снимали, у нее сын родился давно. Выкладывают почаще истории, очень классно и душевно, приятно смотреть. Передай привет Москве. Передаю привет Москве. Что у тебя над губой? А, прыщик, ребят. Привет. Общается с мамой? Нет. Просто никого внимания. Не обращай внимания. Мы будем всех нахуй шли. Передай им привет. Передай мне привет. Мадина, передаю тебе привет. Как сын? Отлично. Мадиночка, передаю приветик тебе. И поцелуйчик. Передаю привет Белоруссии. Как духи называются? Эйвен? А не с Эйвена, ребят. С
чего у меня начался конфликт с Алей, из-за того, что она начинает себя ставить превыше всего, что я, а вы такие-сяки, блядь, вы мрази, там, тырым-пырым. Начинает ставить себя превыше всего, говорить в эфирах, там, тырым-пырым, они такие-сяки, как бы. Ну, в том и имела в виду, что... Вика реально просит у всех деньги. Она не то что просит, она занимает, она типа вот займи мне, я отдам. То бишь, как бы на эти провокации я не ведусь, потому что она не только у меня, она еще у других участниц Б16 занимала, у той же самой Ангелины, той же самой Лиды, по-моему. Вот, и поэтому как бы я и написала, что она просит у всех взаймы денег. Ваш сериал круче всех и смешнее всех. Спасибо. У подписчиков просит, ты имеешь в виду, да. Ну и срать на то, что говорит Аля. Че ты с жиру бесишься? Ничего, она говорит, чистой воды пиздёж. Да, блин, как ты тоже стрелку красишь? Ровно так, как... Ровно так, то как черт. С этого китайского айфона ужасное качество. Китайская ты, айфон у меня нормальный. Настоящая Вика просит деньги, или может это фейк? Нет, это ее страница ВКонтакте, ребят. Зачем ты реагируешь на негатив? Забей и будь выше. Крис, не игнор, подскажи, как походит, ты очень милая. Блин, ребят, просто делайте упражнения дома, правильное питание, также бегайте. Блин, некоторые реально дуры. Зачем смотреть Ливи, если вам Кристина не нравится? Действительно. Какой у тебя iPhone? 5 SE. SE. Привет. Ты бегаешь? Да, сегодня пойду первый раз бегать. Потому что я до этого, когда мне было 15 лет, я бегала, занималась спортом. Вот. И я похудела, как бы. Я в детстве была полненькая. Вот, я начала заниматься, начала худеть. И я похудела. Действительно, я очень худая была. Вот. А после родов как бы набрала все. Это как бы, ну, стресс, не стресс. Вот. И поэтому как бы сегодня решила пойти бегать. То есть буду теперь каждый день бегать. Привет, что такая уставшая? Потому что я с 6 утра на ногах, я ездила на учебу. Мы прогоняли тему по защите диплома. Ты хорошо училась в школе? Не особо. Как долго снимали Б16? 11 дней. Не знаю, то, что муж купил мне, с тем и хожу. Ребят, я не выбираю какой телефон. Да мне хоть с тапиком ходить, блин. Вообще без разницы. Да хоть он дешевый за 3000, это подарок, ребят, я не выбираю. Он мне дарит, мне приятно. Самое главное, что мне приятно. Да, сижу на диете. Зарине 20. Брови ужас. У тебя все так впереди. Ты не думаешь, что твоя юность прошла? Я знаю, что моя юность прошла. Я как-то и не задумываюсь о том, что я еще ребенок. Я считаю себя взрослой, потому что у меня уже своя семья, у меня ребенок, на мне все хлопоты, ребят. Зарине 20. Материшься при ребенке редко, но бывает вылетает, ребят. Знаете, как я себя саму ругаю о том, что у меня вылетает мат, просто как бы, ну, привыкшее такое, не то что гонор, а ругаюсь матом как бы. Ребят, сценария не было, все реальная жизнь, снимали реальную жизнь. Да, со свекровью хорошие отношения. Так, а правда, что у Ангелины все актеры выпуски, в смысле парень и отец ребенка? Не знаю, ребят. Второго планируете? Да, сохрани эфир, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в шоу? Ребят, я много об этом рассказывала, но расскажу еще раз вам. Я когда забеременела, у меня было, ну, месяцев 5 беременности, мне нравилось сидеть ВКонтакте, зависать в группах,
читать посты про беременность, как бы это все интересно, каково быть мамой, какие малыши рождаются. Кто-то ДЦП, у кого-то здоровый, понимаете? Ну, разные ситуации бывают, поэтому как бы интересно. Можно мне рассказывать, ребят, можно. То, что касается в пределах съемки, нельзя. Сколько заплатили, как снималось, допустим, как бы, ну, можно. Вот. И мне написали, там, мы предлагаем вам сняться, там, я телеканал продюсера, я продюсер телеканала Ю, предлагаю там сняться в проекте Б-16. Вот, типа там тырым-пырым, растопырым, там каждая мама хочет стать, там каждая молодая девушка хочет стать мамой. Вот, также вот это «Дочки матери», но «Дочки матери» у нас не было программы, там, это программа, которая через несколько, там, не знаю, месяцев или лет. Так, у Ангелины без актеров было, это у другой. Нормально заплатили 70. Из-за курения никаких патологий не было. Нет, ребят, слава богу, у меня живой, здоровый ребенок, и я рада. И я себе поставила цель в жизни, это сейчас выучиться до конца воспитать ребенка. И если я пойду за вторым, то это действительно я брошу курить. Нет, мне ничего не будет, ребят. Привет. Передай привет Лизе Пшеничной. Передаю привет Лизе Пшеничной. Спасибо. Привет. Похвально. Круто. Хотите второго ребенка? Да, я очень хочу. Я уже прошла то время, когда у меня маленький ребенок был на руках. Совсем маленький. Я просто вижу мимо проходящих молодых мамочек, которые прям с грудным ребеночком на руках, я просто так хочу подержать его на руках. А у меня уже большой, уже год ему, как бы, и на руках не потаскаешь толком. Ты полная. И что? В Астрахани есть море? Да. Сколько заплатили? У меня просто за весь эфир на этом моменте. Твой Леша к тебе сильно привязан? Или к папе? Больше к папе, не знаю почему. Как с мамой дела? Плохо. Передай привет Арине и поцелуйчик. Привет, Арине, передаю. Так, какой вес и рост? 1,65-1,72. Сколько твоему ребенку? 11 месяцев будет. Ты такая на съемках была тихая, думала совсем скромная, а ты такая общительная. Да, ребята, я действительно скромная, я стеснялась сниматься на камеру. На самом деле я не особо общительная, как бы, ну, вы задаете много вопросов, и я отвечаю по мере возможности. Сколько можно работать? Ты молодец. Столько, сколько нужно. Потому что я хочу иметь свой заработок. И у меня, получается, заработок как бы превышает, ну, как бы, доход моего мужа. То есть у меня больше даже выходит. С мамой общаюсь? И вообще, как у вас дела? Нет, с мамой не общаемся. Очень изменилась, сильно похудела. Молодец, спасибо. Сколько тебе лет? Мне 19 будет. Привет. Привет, как дела? Как... Привет, все хорошо. Ребеночек отлично. Сегодня сделал первые 4 шага. Вообще круто. Сколько получаешь в кафе? Я не в кафе работаю, а в пивном баре. Так, Лёша мамой называет или только по настроению? Он когда кричит, кричит «ма», а так он ходит «да», «па», «ба», все. Давно с мамой? Давно, привет. Какой для тебя идеальный вес? Для меня идеальный вес – это хотя бы как минимум 55 и 60. Будете шажочки отмечать с мужем? Да, конечно. У, как мило, Ю, первые шаги ребеночка, да. Я сегодня чуть ли не заплакала, честно, ребят, когда увидела. Ох, сколько ты получаешь в баре? Ну, грубо говоря, 11 вместе с шабашками. А так плюс... Ну, короче, у меня муж получает 20, а у меня 10, 11 на работе. Еще плюс заработок в Инстаграме. Ну, блин, около 25. Сколько получаешь в Инстаграме? Достаточно. Подскажи, где в декрете можно хоть немного заработать? Тоже молодая мама.
Блин, не знаю, я в эти заработки вообще не верю, но я зарабатываю в Инстаграме. Я работаю с 10 до 10. Ладно, ребятушки, мне муж позвонил, нужно поговорить. Всем пока, всех люблю, всех целую.